чей на моей шее забивать клип. Лил шит, кровь твоей Мэри Джей. Всем здорово. Вчера я объебался креком и подумал о жизни. Почему человек, не умевший писать и читать, научил весь мир морали и высокой культуре, а его имя Лишер, блять, ебаный крэк. Сегодня у нас на завозе кабачки или нахуй кейдрил. Итак, давайте разберем, что такое дрил. Итак, дрил. Кабачки, 4 штуки, чеснок, блять, ебаный рецепт кабачковой икры. Под жанр хип-хопа, происходящий от творчества молодых рэперов и продюсеров с южной стороны Чикаго. Ну понятно, опять какая-то залупа неведомая. Пойду посмотрю лучшие сливки шоу. Ладно, проехали. Открываем нашу духовку и берем сэмпл. Можно также взять реверс ноты, но не суть. Теперь добавляем ломаных жучков, так чтобы они звучали на разной высоте звука. Теперь снейр так же ломанный, как будто его пиздили 88 негров. Теперь ебаный кик, который будет ебашить во все шили, чтобы соседи просто охуели. А теперь главный гость нашего блюда, 808 бас, тут надо постараться сделать его на высоте. Будем использовать слайды, тут я покажу ускоренно, чтобы вы поняли суть. Теперь можно разнообразить наш бит и сделать его более душевным. А на этом все. Чао, я пошел искать новый клад. Потом улетишь на небо. Я просто дышу тут, и это хотбокс. Обтанцуй, но это не...